Всем привет! Распаковываем посылочку от Мыла Опт. Я заказывала отдушки, гидролаты. Сейчас будем открывать пластиковую формочку, рафия и форму силиконовую. Так, смотрим. Пришел чек. Все прописали, все вантажи, но все добро. Пластиковая формочка. Это что, апельсинчик, лимончик? Без надломов, надрезов. Чистая, аккуратная, хорошая формочка. Ну, ленточки распаковывать так детально уже рассматривать не будем. Вместе с тем, все цвета, которые я заказывала, все пришли. Заказывала каждого пробного по метру. Так что все. Вполне и вполне. Так, дальше. Распаковываем. Пакетик. Так. Опа. Распаковываем. Так, гидролат корицы. 100 миллилитров. Мне он очень нравится. Гидролат ванили. Вот, тоже все запаковано хорошо. Так. Потом отдушка. Ароматизатор, точнее, пищевой сливки. Вот он, 5 грамм. Отдушка, шоколадный торт пришла. Так, пакетики средние, 10 штучек заказывала. Тоже, видите, запакованный в зип-пакетик аккуратненько. Так, потом бергамота, гидролат 50 грамм заказала. Там тоже все запаковано. И силиконовая формочка макарон большой. Все с описанием, все запаковано, без запаха постороннего лишнего. Формочка внутри тоже, как и должна быть. Тоже без надрезов лишних, не предусмотренных. Все аккуратненько. Доставочка бесплатная от 150 гривен. Очень рада. Спасибо за все товары. Вот распаковали, и теперь будем ждать следующую посылочку. Пока!